Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы будем завершать проходить, когда соседа Вуди возвращается. Сегодня у нас будет третий сезон, и пойдем по порядку. Почему-то все время после вот этого эпизода переключается вот сюда. Типа, ну, правильно, этот в оригинале вот этот эпизод должен быть вот здесь, в порядке. Ну, мы будем проходить по порядку слева направо. Господи, короче говоря, ночь охоты. Возлюбленная Ольга уезжает на неделю без возможности взять с собой сыночка. Познав об этом, упрямый достовой сосед соглашается приютить мальчика у себя. Ольга уехала в полночь. Сосед моментально начал приучать ребенка к охоте и стрельбе беззащитных животных, попутно вспоминая молодость. Интересно, как он запоет, когда Вуди сам откроет на него охоту. И действительно, как же? Посвистев собачий свисток, собака залает. Это отличный способ, отличный манер соседа. Так, сразу говорю тем, кто будет задавать вопросы. Вот эти серии недоступны. Они просто типа намекают на то, что будет обновление. Но я на 100% уверен, что обновления не будет никогда. Ладно, короче, погнали. Ночь охоты. Опять ночной уровень и опять со светлым окном. Как всегда, сначала берем все вещи. Крысиная нора. Здесь что? Нету больше ничего, да? Ну окей. Иди давай дальше. Так, здесь что-нибудь поди есть. А может и нет. Мне кажется, нету. Ну давайте все равно посмотрим. А, не-не-не, есть. Там клей есть, я помню. Да, ночной уровень. Со светлым окошком. Есть порошок, но взаимодействовать им нельзя. В холодильнике пусто, да? Этот уровень усложнен от оригинала тем, что здесь мальчик, надо на цыпочках проходить мимо него. А тут собака. Раньше здесь никого не было в оригинале. Что за дребедень он слушает, непонятно. Ритм не меняется вообще. А, и он сюда идет. На медали свои смотреть он идет. А тут еще и попугай. Новый попугай, видать. Блин, придется спрятаться. Ну ладно. Гордый ты собой, сосед, блин. Mm-hmm.
посмотрим, что здесь. Два шарика. Два шарика. Какой же нам из них использовать? Красный. Нет, этот шарик я хочу оставить себе. Я люблю красный свет. Понятненько. А фиолетовый, значит, не любишь. Ну, может, или любишь, но не так сильно. Так, а я крысу-то взял? Да, взял, отлично. Крысу надо в коробку с медалями засунуть. Затем суперклей в шляпу. Придется, блин, тут сидеть, потому что никак по-другому. Давай, слушай свою фигню, блин. Фу, наконец-то. Всякую хрень слушает сосед. Непонятную. Так, а здесь так просто не напакостишь. Так, Ваксу вот сюда. Чистит постоянно он. Полиролим вот эти вот кубки. А пусть они еще более грязные станут. Так, за 5 минут, надеюсь, он успеет все сделать. Сосед наш. Так, патроны в ружье. Кошмар какой, блин. Так, патроны в ружье. Отлично, все. А сигнальные можно патроны вставить? Нет? Не знаю. Красота. Блин, а что бы он написал, если бы я бы не вот эти патроны ставил, а вот этот? Он бы не влез? Или что-то еще? Непонятно. Так, давай, иди за полиролью дурацкий своей. Теперь это не трофей, это черная красота просто. А, так вот, что он со свинкой-то сделал. Зебра, блин, жопа. А, и с попугаем он то же самое сделал. Волка одного убил, оленя убил. Молодец. Так, готовим свисток. Порох сюда. Покурит и взорвется. А еще можно ржавый гвоздь сюда. Больше не будешь всякую хрень слушать, сосед.
Так, он берет пластинку хрень. Ну-ка, давай. Ой, классно сыграл. Ну давай, покури. Курить здоровье вредить. Вот, я ж предупреждал бы. Давай, иди уже. Иди, ставь уже. Ай, пробки забыл. Пробки забыл вставить. Ладно, забыл я пробки вставить, и... Теперь у него ружье не сломается. Ну ладно. Надеюсь, это нам не помешает. А, еще я шарики забыл раскидать. Ладно, надеюсь, за 40 секунд успеет он. Может и нет. Ну, надеюсь, что успеет. Давай, давай, стреляй, стреляй. Пш! Блин, 30 секунд не уложится, наверное. А может, не, уложится, уложится, я надеюсь. Уложится. Шарики я забыл раскидать. Уложится, уложится, успеет. Сейчас он наступит на них. Отлично, отлично. Физкульт, привет. Второй день присмотра за троком своей любви. Ротвейлер решает посвятить упражнениям. Чтобы внушить ребенку тягу к спорту. Притом он просто посадил его на кухню, а сам поперся качаться. Вот гата. Также он пригласил свою мамашу, она тренирует легкое дыхание, сдерживая дыхание в ванной. Однако худеть соседу предстоит вовсе не из-за упражнений, а из-за удивления. Ой, придется спешить, чтобы все успеть. Да. Как вы вовремя это подсказали. Я, кстати, знаю, как этот уровень на 100% пройти. Сейчас мы постараемся это сделать. На этом уровне у нас больше всего пакостей. Так, на этом уровне надо сразу же бежать на кухню. Потому что сосед выйдет из ванной в коридор прям. Так, а здесь ничего нет? Не помню, там вроде бы нету ничего. А, нет, есть, но бесполезная вещь. Ой-ой-ой, я что-то забыл нафиг. Труба. Откуда здесь труба вообще? Так, вроде бы все взяли отсюда. Так, мы в этой одежде, поэтому опять в шкаф спрятаться нельзя, блин. Да, видно, что тут спрайт корявый немного получается. Хорошо, что эту собачку нам не придется обходить. Ничего себе упражнения. Ой, блин, обоссанная кровать. Ну ладно, сюда тогда пойдем. Хорошо, что новому попугаю на нас совершенно пофигу. Вообще, кто вообще устанавливает батут у себя дома? Ладно бы потолок бы высоко был бы, но нет же, не здесь, блин.
Книжка у нас теперь здесь лежит. Давайте положим ее туда. Так, а здесь что-нибудь есть? Нет. Ладно. Вкусные стероиды рыбам. Рыбы, может быть, от этого станут красивые, огромные. Не уверен, правда, что съедобные. Так, на тренажер. Откручиваем все такое. Да, не дорисовали, конечно, тут вообще. Кладем здесь ролик. Правда, немного вот странная логика вот здесь. Здесь стоит ковер. По идее же, ролик должен по скользкой поверхности вот так ехать. А тут, а ковер, он же не скользкий совсем. Тут авторы немного нарушили законы физики. Так, давай, корми своих рыб. Да, вот таких рыб можешь теперь даже продавать. Так, давайте какую-нибудь вот такую, может, попробуем. Нет, слишком короткая. Лучше другую. Так, пила для металла на штангу. Так, давай, сделай что-нибудь крутое, сосед. Это что вообще было? Одна штанга хорошо, а две еще лучше. Так, чуть не забыл. Вот это вот поставить. Так, еще вот это. А, спрятаться нельзя, блин. Кирпич аж упал с потолка. Ваш сосед также занимается спортом, задерживает дыхание под водой. Наверное, объем легких увеличит, пытается. Посидим, короче говоря, здесь. В коем случае не нажимаем левую кнопку мыши нигде. Так, вроде бы все сделали, да? Так. Какого хрена? Я продул миссию, я продул это все. Заново начинать придется. Так... А чё за бред? Я же не двигался совсем. Блин, заново придется начинать. Ну какого хрена? А? Так долго все это делать. Ясно, там нельзя находиться. По-любому заметит, даже если мы не будем двигаться. Короче говоря, лоханулся я. Спрятаться-то здесь можно было, оказывается. Да, не нарисовали анимацию, что вот здесь сосед летит. Ну, конечно. Это же так сложно, зачем мы будем рисовать это? Хотя в консольной версии тоже не нарисовали. Точнее, нарисовали, но он врезался вот сюда, вот этот кусок, и исчезал. Так что тут может быть и простительно. Что это было? Да, и лицом в эту лужу столько, только ничего ему от этого не стало.
Так, смотри под ноги, сосед, блин. А я предупреждал, блин. Так и вновь он наступил на оголенный провод, и ничего ему от этого не стало. Штанга не выдержала его, походу. Ну и последний урок тебе на сегодня, сосед. 10% давайте мне. Сто процентов, отлично. Очень красиво попрыгал. Так, осталось еще два уровня. Дело мастер боится. Действуем с соседом на перенганке. О, отличная подсказка. Куртвейлер разбился велосипед. Это для осады вызвало у него желание починить все в доме. А он у нас же великий спец по части ремонта, бля. Завернуть болт здесь, посверлить дырку там, вмиг почистить раковину, починить отопление. И так-то это оказывается просто. На Кавуде докажется, что у соседа руки из жопы. Блин, я отвернул камеру случайно, ну ладно. Вода вытекла обратно из трубы. Так, я помню, в аптечке ничего нет. Во всяком случае, ничего полезного там точно нет. В холодильнике тоже, скорее всего, нет ничего. Ну да. Так, а в книжной полке нет ничего? Есть. Книга о пытках. Книгу называют «От гильотины до электрического стула». Это просто сказка на ночь, бля. Да, попугай обосрался уже. Попугай нагадил. Что будет, когда это обнаружит сосед? Ничего не будет. Да. Лестница, это жопа, бля. Лестница. Итак, здесь ничего нет. Так, давайте шлифовальную машинку используем. Так, здесь. Отрежем парочку веревок. Книгу про пытки сюда. Так, пробку сюда вставляем. Ой, это жестко. Шуруповертом по башке. В консольной версии этот уровень ночной, кстати, был. Дважды отдышаться решил. Ha ha ha!
Я не помню, как этот уровень на 100% пройти, так что будем проходить так, как можем. Ну, там же пробка вставлена, зачем ее еще, зачем вставлять явно? Инструкция по сборке. Не можешь разобраться, как что делается, а книга о пытках с радостью тебе прям помогает делать так, как надо. Для кого электрический стул предназначается, интересно? Для Води, что ли? О боже. Деткам в лицо прям прилетела эта фигня, что ли? И вот, короче, ночной уровень, когда соседа током вот здесь било, аж в комнате мерцало все. Красиво вообще было. Надо было, наверное, шарики тут разбросать. Так, быстрее, быстро, 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 быстро. Ну а как тут успеть, если только шарики разложить здесь? Да, это вообще хреново. Короче говоря, шарики он почему-то раскладывает здесь. Когда здесь он будет идти, он на них не поскользнется. Поэтому единственный способ, который я вижу, это напугать ребенка. Сейчас мы это сделаем. Потом он еще пойдет здесь и поскользнется на шариках. Будет все как по маслу. Как-то странно. Скорее, как будто из пластилина сделано. Так, давай экран почини. Так, ну и последний уровень, который у нас остался, называется отъезд. Соседа все достало. Разве можно жить постоянным напором пакости? И вот вернется Ольга, и они все поедут на кругосветный круиз, где сосед сможет отдохнуть от Вуди. Продолжение в «Как достать соседа 2», блин. И все они уедут на кругосветный круиз, где сосед сможет отдохнуть от Вуди. Господи, я же это прочитал. Пока что сосед только готовит вещи перед отъездом, стирает все белье и рассчитывает на спокойную подготовку перед отдыхом. Но Вуди все еще не считает, что он преподал соседу достойный урок, поэтому будет биться до конца. Что сосед успел везде распсиховаться, иногда придется навести шум. Да, продолжение должно было быть здесь.
вторая часть должна была быть тоже здесь, но разработчики не сделают ее уже никогда в этой игре. Ладно, короче, поехали. У нас остался всего последний уровень. Нормально так вообще сделали. Как сосед не, нас сейчас не заметил, да? Так, спрячемся здесь. Блин, а пес-то здесь сидит, блин. А, тут ничего нет. Здесь есть земля, но она нам вообще не нужна. Ножик. Я тоже знаю, как этот уровень пройти на 100%. И мы это сейчас сделаем. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Даже сосед уйдет отсюда вообще. Нафиг. Стирать свое белье. Как-то странно, конечно, дом сделан у соседа. Неужели как-то вот так пол его здесь вот так торчит? Все как-то... Структура дома странная очень. Берем фигню эту. Кровь земли на ковер надо будет. Так, для рыбок из порошка, не порошка взять немного. Так, кукуруза, тарелочка, чили. Так, мы идем пока. Пока сидит здесь. Консоли версии бутылка вина красная, кстати, была. Так, ключ сюда. Плоскогубцы, господи, какой же это ключ-то? Так, как будто кровавая машина стала. Теперь идем покосить здесь. Грузь земли на ковер. Пакость на всех сериях. Так, порошок сюда. Uh-huh.
А сосед что, сразу не заметил, что она в краске вся? Вот сосед, мадафака, а. Выстрелила прямо ему в лицо всеми шмотками назад. Не буду стирать твои шмотки, сам давай стирай их. Ой. Это сушилка, точнее, не стиралка. Шарики надо здесь разложить. А, стоп, надо еще кое-что сделать. Блин, я забыл, не успел я отвлечь. А, успел, получилось. Идеально, подходит для всех видов птиц. А это что у нас? Кукуруза прямиком из Мексики, это очень любят птицы. Тарелка острого Крауса, Краус, красного соуса чили. Для сборки и разборки всяческих предметов. Тряпка. Что-то можно почистить. Чистить-то нечего. В таких трусах и будешь ходить теперь. Да, а чё он попугая этого не убрал, не закопал еще до сих пор. Пузырьком улетела в окно рыбка, блин. Да, все, птицы обосрали уже. Кошечка, блин, любимая. Померла ночью, блин. Рассказывал уже про это. Утром обнаружили, но меня, правда, не было дома. Обнаружили, что она не шевелится, не просыпается. Ну, погладили, непонятно зачем. И увезли к себе в деревню и закопали там ее. Хорошая кошка была. 2020 год. Несчастливый какой-то. Ладно. Мы прошли, короче, с вами эту игру. Вот эти эпизоды, еще раз повторяю, недоступны. Так что... Ладно, в общем, дорогие друзья, на этом все. Когда выйдет ремастер от Social Media Life Production, мы тоже его будем проходить. Когда выйдет ремастер от THQ Nordic, а сегодня у нас какое число? 7 октября. Завтра уже выходит ремастер от THQ Nordic. Я сделаю на него обзор, когда его изучу внимательно. Не знаю, насчет поиграть, не поиграть. Я не уверен, что эмулятор Nintendo Switch запустит ее. Но если запустит, то поиграем, конечно. Почему бы нет-то? Но на ПК она не выйдет. Во всяком случае, в этом году не выйдет. Ладно. На этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал. Ну, как-то тут вообще совсем некрасиво нарисовали. Что у нас соседа обрезается. Подписывайтесь на мой второй канал. И на группу ВКонтакте. Всем пока.